протирающим штаны на диване. Канал Романикс надвигается на коп. Сегодня у нас будет очень интересное место, причем уже давно проверенное комрадами. Я там не был ни разу, но многообещающее место. Так что, друзья, поудобнее устраивайтесь. Сейчас будут интересные находки. И я с вами поделюсь своим счастьем. Ну что, поехали, не переключаемся. Характерный звук. Можем приступать. Целый час хожу, бля, и вот такой облом. 5 копеек 61 года. И смотрите, вот еще обломки, еще одна. Какой-то синий иней, бля, потерял. Вот, это вообще ходячка, ёпты, 2 рубля. Нет, так не пойдет, друзья. Так не пойдет. Это похоже, кто-то дед хабаром задабривал. Ой, да это еще не все. Ну-ка, ну-ка. Так, мне интересно даже самому. Пиздец. Такого говна я еще с такой радостью не искал. О, вот еще одна, ё-моё. О, это уже пожирнее. 50 рублей, бля. Ё-моё. Нет? Еще. Да ёп. А, это какая-то шняга. Ёп, еще. О, рубль, ходячка, блин. Эх, ё-моё. Только говна в одной лунке, я еще не выкапывал. Ну ладно, это что, к началу. Сейчас, я надеюсь, все у нас пойдет. Целый час, наверное, больше уже хожу. И что я получил взамен? Какой-то лысый уебище. Ну посмотри, ну это... С одной стороны, вообще она как жопа гладкая. А с другой стороны, вижу вензеля. Похоже на Екатерину. Какая-то маленькая монеточка. Ну, вообще, ее даже реставрировать смысла нет. С этой стороны не вижу вообще ни хера. Бля. А сигнал был. Песня. Какой был сигнал-то? Сейчас покажу. Вот. Сюда. Смотри. Сигнал был. Че тут пока? 12:46. Ну тут дурак ее не выкопает, понятное дело. То ходячки, то херячки, то лысая шляпа. Но нам сегодня должно повезти. Кстати, на той лунке, ребят, где он тут? Лежали рядом. Это монеточка. И вот, пожалуйста, гвоздь. Вот так вот, кто-то там говорит, там Етрак, там траливали, Деус там различает, супер. Если вы научитесь работать Етраком, вы научитесь различать. Главное понять прибор, о чем он вам говорит. О, вот он лежит, глянь. А вот тут сигналит, смотри. А вот монета лежит. Ой, ну-ка, что это такое? 15 копеек, ребятки. 1937 год. Она стоит примерно косарь, бля. Ништяк, бля. Наконец-то. Осталось ее только отмыть. Нормально, чё? Нормально? Нормально. Вот уже настроение прибавляется. Опчики, вторая. А теперь проверим, что там пищало-то. А Етрак не показывает ничего.
И копал я черметный сигнал. Вообще бу-бу-бу вот так. А, ёпта, это гвоздь. Опять глянь. Такое ощущение, что мне кто-то подкладывает рядом с гвоздем монеты. Пойдет. Гвоздик мы уберем отсюда. Чтоб пацаны потом... А может быть, ты придешь сюда копать? Этот гвоздь ты уже не найдешь. Скажи спасибо дяде Роме. Поехали дальше. Девятнадцать сорок один. Совет ранний. 2 копейки. 25-й. Так. Трудновато очищается. Ну, сохранчик бодренький. Пойдет. Так, друзья, сейчас мы будем переключаться на экшн-камеру, потому что опять прохлопали. Батарейка садится. Так что будем переходить на экшн-камеру. Так, продолжаем. Еще монетка, друзья. Тоже ранний совет. Я ранний совет собираю. Интересные бывают экземпляры, дороже, чем империя. Так, на этот раз у нас копейка 29-го года. А перед этим вот я вам сказал про двушку, да? Двушка, 25-й год. Посмотрел в каталоге, охренел, это раритет. Но мне, если честно, не видно, 25-й там или 26-й год. Так, а это у нас 29-й. И что у нас по 29-му году? Копеечка, 29-й год, 4 сотки. Пойдет. Так, пацаны. Смотрите, что мы нашли. Вот такие здесь погреба. Охереть надо. Пониже спущусь чуть-чуть. Но тут ничего сверхъестественного. Такие погреба всегда и ложили. Видите? Прикольно. Вот в каком-нибудь из них теперь лежит клад. Четко и не глубоко. И не глубоко. Пойдем еще посмотрим. Вот еще один. Блять, это поглубже. Че там, ничего нету. А может быть и есть. Бутылки вон какие-то. Так. Это на месте. Нет, это не на месте старого дома. Это рядом с домом. Да? Глиняный дом. Углы не копал. Не сидится нам на месте. Перемещаемся с места на место. Не можем там мы ничего найти. То ли мы такие в копоре, то ли там уже ничего нет. Вот. Поэтому попробуем сейчас другое местечко. Перепахали там ее. Расстояние где-то километров 20 оттуда. Ну сейчас доедем, попробуем, что там. Добрались мы до очередного поля. Но это не оно. Вот оно. Здесь мы как-то уже копали. И причем довольно-таки успешно. Но после этого еще раз тут копали. Совсем безуспешно. Ну сейчас будем пробовать. Все-таки просторы вон они какие. Все находки практически лизаветинские. Вот. Так, ну что. Прочесал я уже. Вот так, вот так, вот так. Уже иду обратно. И долго себе, ну как бы, относительно долго. Не застал себе ждать сигнал. Смотрите, мои хорошие. Какую монетосинку я нашел. Разбиваю камушек. О, какая большая. Видите, кругляшок остался. И что мы здесь видим? К сожалению,
сильно увеличить я не смогу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, что я нашел, друзья мои? Это 5, похоже, копеек, и они в облачках. Ха-ха-ха-ха! Ёлки зеленые! Ё-моё, ребята, пятак в облаках никогда не подымал я. Ядрит колотить, а? Извините меня, конечно, за мое самое, за мои... Ой-ой-ой, сейчас я хочу продемонстрировать, какой сигнал он дает. Ну, в земле, хочу сказать, сигнал был просто ни о чем, ребята. Слышно? 1.44. 22.50. Ой. Ну, вообще даже цифр не показывает. Вот тут вот четкий сейчас сигнал по воздуху. Но в земле он дал просто говно вообще. Говно сигнал. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, вообще не чистить, не тереть ни в коем случае. Никогда химией не пользуйтесь. Перевертыш какой-то, ой-ой, вообще балдеть, я тащусь, ребятки. Я вам всем желаю, друзья, таких находок побольше. Побольше, господа мои хорошие. Я просто писею от счастья. Вот так вот. Ну что ж. Давайте продолжать, господа. Перспективка у нас нарисовывается. Потом зимой буду вам рассказывать и показывать, как чистить механическим образом, способом, то есть шаберы, маберы, все дела. Гляньте, ребят, ну как жалко-то, а? Да не я его сломал-то. Нет. А рельеф, вы только посмотрите, это бомбезный крестик был, а? Ну ничего, я его все равно возьму. Может быть, у меня попадется такой же сломанный какой-нибудь. Я сварю из них, из двух один. Ну, тоже зачетная находочка. А это у нас деньга, ребятки. Деньга 1750. Ой, сигнал звонкий, звонкий был. Рядовая монета в каждом огороде лежит. Ценности себе никакой не представляет. Но тем не менее, мы их ищем. На каждую сотую деньгу какая-нибудь хорошая монетка. Двигаемся дальше. Все-таки результат свое дает. Упорный труд, все перетрут. Или как там, блин? Ага, деньга. Отличный такой сохран. Рельеф глубокий. Глубокий, высокий, так, а вот она, а этой вот год-то и не видно нифига. Вот так вот, опять деньга, все тут в деньгах, и все вот так по одной полосе. Тут конкретно пропускал. Так, ну уже поздно, надо закругляться, впереди далекий путь до дома. Покажу вам еще напоследок, что же мы тут откопали. Ну, облачник вы видели, вот деньга вы ее не видели. Этот крест тоже, по-моему, я вам не показывал. Еще вот обломные. Вообще мне фартило на кресты, на целенькие. Но не сегодня. А вот еще вот такая заклепочка. Мне такая вот попадается уже не первый раз. Но это с камушком, друзья. Камушек сохранился, видите? От чего эта заклепка? Кто знает, прошу написать в комментарии. Ну вот такие дела. Пьем кофе и выдвигаемся до дома. А у нас тем временем подъехали еще комрады. Это у нас Леха. Копают они вон того. Леха даже не подошел, не поздоровался. Эх, Леха, Леха. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Так, ну что, попрощаемся ненадолго с этим прекрасным пейзажем. А всех, кто досмотрел до конца, всем большое спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал, и я жду вас на следующем копе. До новых встреч!